21 березня у нашому місті відбудеться дуже актуальний майстер-клас під назвою «Стосунки. Від очікування до потреб». Детальніше про стосунки, способу уникнення токсичних стосунків, а також про те, як нарешті досягти щасливих відносин, ми дізнаємось від Олени Босе, психотерапевт, гештальт-терапевт, а також Ксенія Мартиновська, психолог, гештальт-терапевт, автор проєкту «Психовізаж». Сьогодні завітала до нашої студії. Доброго ранку. Тож, розкажіть детальніше, чому саме обрана така тема стосунків, в чому її актуальність та, власне, про що буде йти мова на майстер-класі? Хочеться сказати, що зараз на вулиці весна, як ми всі замітили. І, звісно ж, і весною, і будь-яке інше року відносини є розкошю зараз. Чому? Тому що от в світі, де є все, всі потреби практично удовлетворені, іменно дефіцит людського спілкування, людських відносин, він найбільш актуальний і розкошен. Ну, стосунки, це тема звучить так, стосунки від очікування до потреб. Все-таки є різниця у очікуванні і потребах. Конечно же, здесь от ожиданий к потребности, потому что у себя в голове можно ожидать очень многого, а реальность показывает другое. Да? И здесь очень важно же соотношение, что я жду и что я получаю. Вижу я другого человека или я вижу себя, вообще знаю ли я, чего хочу. Выйти из своей головы и прийти к отношениям. Вот это и цель нашего мастер-класса. Давайте детальніше розглянемо, які ж проблеми, які питання будуть підніматися, розглядатися на майстер-класі. Ми розглянемо, які очікування від партнера є, які з них удовлетворяються, що дуже важливо, тому що це не завжди замічається, які з них не удовлетворяються. І найголовніше, які потреби стоять за очікуваннями, які не удовлетворяються, тому що за всіми очікуваннями завжди стоять потреби. І далі будемо дивитися, що з цим робити, готовий ли партнер удовлетворити ці потреби і спосіб, яким він це робить. Тобто, яким способом хочу я, щоб вони удовлетворялись, а яким способом дає мені партнер, що мені не завжди підходить. Ну, я так, чи обов'язково прийти у парі? Чи, в принципі, може прийти хтось один із пари? Не обов'язково. І пропрацювати певні там проблеми, причини? Не обов'язково. І всі, всі у питання. Парі можна по одному. Тому що перший шаг – це вийти зі своєї голови і прийти в реальний світ. Со своих фантазий. Поэтому, естественно, человек один тоже может разобраться, кто он. Поэтому, конечно, приветствуем, когда один тоже приходит. Які основні причини таких токсичних стосунків, як то кажуть? Ну, невдалих стосунків. Які основні причини можна виділити? В даному случае, вот уже много я об этом говорила, да, это то, что человек может жить своими фантазиями. И он может... не видит другого человека. Это может быть заниженная самооценка. Это могут быть родительские сценарии. И, как ни странно, мне неловко, может быть, здесь говорить, потому что я вижу, что нахожусь в компании читающих девушек интеллигентных. Да? Но мы интеллигентные девушки, которые читали много классиков русской литературы, ну как-то научаемся страдать. И для нас любовь — это боль и страдание. А если послушать музыку, ну, любовь же — это что? Боль, страдание, переживание. А на самом деле это не так. Любовь — это еще и радость, это вдохновение, это еще полноценная жизнь. А вот эта потребность страдать, какая-то как привитая, как прививка в страдании, от нее можно избавиться. І оставити це вот в такому подростковому возрасті. Поэтому... І залишити це у піснях, да, у класиці, да, у фільмах. Це залишаємо творчості. Ну, да, или можемо з вами в женском клубі собратися, немножко вспомнити себе, першу любов, подросткову, а в житті, в реальній, все-таки жити більш повноцінно. Найчастіше на таких майстер-класах, на лекціях ми бачимо представниць прекрасної стадії, жінок. Чому спостерігається така тенденція? Чому чоловіки не хочуть, не ходять, не відкриваються, не цікавляться? Що, чому спостерігається така тенденція? Ну, вони якби не інтересуються. На самом деле всім отношения важны. Но у нас же в обществе мужчине нельзя плакать, нельзя ныть, страдать. Если ты пошел к психологу со своей женой,
или один. Ты что, не мужик? Ты что, не можешь стукнуть кулаком по столу? Да, ты подкаблучник. Мужчине нужно быть сильным. Очень много ожиданий в нашем обществе от мужчины. Ты должен молча терпеть, обеспечивать семью. Ну, как-то у психолога все-таки, чтобы работа была эффективной, нужно открываться, нужно расслабляться. Ну, и есть определенные опасения, что если ты один раз расслабишься, один раз, ну, как бы дашь слабину, то уже потом не соберешься, хотя это не так на самом деле. Такий певний страх є у чоловіків, що не відповідати образу, так би мовити. Стереотипи, а мені дуже цікаво, ось у стосунках так само величезна відповідальність перекладається на чоловіка, що він має там дарувати квіти, що він має там робити приємні компліменти, якісь приємні речі. Чи це так, чи це не стереотип, що, ну, чоловік має також робити усі ось ці речі, а дівчинка просто гарна красунька, лапки склала і чекає. Ну, вот вы сейчас говорите, мне это отзывается как стереотип. Лично мне. Что так схоже на стереотип такой. Можно позвать мужчин сюда, пусть все сделает за нас. Зараз операторів позвемо. Прийдуть до нас, розкажуть про майстер-клас щодо стосунки. И это вот то, о чем в нашей голове, да? В нашей голове может быть идея, что оператор придет и это сделает за нас. Но на самом деле мы-то с вами уже знаем, что только мы можем сейчас с вами построить диалог, донести информацию, и что-то делаем мы. Да? И хорошо, когда у каждой из нас есть дома ты, и мы вечером придем домой. Да, есть отношения, а есть еще и другая жизнь. И очень хорошо, когда я в своих отношениях могу предъявить все свои потребности, но при этом я не требую от партнера, чтобы он их все удовлетворил. Некоторые из них мы удовлетворяем на работе, в компании друзей, занимаясь спортом, путешествуя. Это может быть не всегда с партнером, но при этом я всегда могу открыто партнеру сказать, что мне надо еще и это. Як зрозуміти, що стосунки, щось не так? Чи щось не так? Які перші дзвіночки? Чи треба просто задуматися і поставити собі певні запитання? І тоді вже в залежності від відповідей можна зрозуміти, чи гармонійні стосунки, чи вони не токсичні? Ну, можно, конечно, задуматься и ставить себе вопросы, анализировать. А можно еще обратить внимание на свои телесные ощущения. Как я себя чувствую рядом с моим партнером большую часть времени, которую мы проводим вместе. Мне тепло, мне комфортно, приятно. Я хочу идти домой после работы. Ну, это говорит о том, что отношения ценны и важны. Если не хочется, маленькая вставка, это уже критичные отношения. Вибачайте, Олена, продолжите. А если я сомневаюсь, если я жалею, если я смотрю в другую сторону, подбираю другие варианты, или если мне с партнером некомфортно, я сдерживаюсь, я, может быть, вымещаю злость на других людях, на дітях, на котах, то это уже звоночек. На колегах. Звертайте увагу, це вже проблеми у стосунках. Треба йти на майстер-класи, дізнаватися, як це виправити. Прямуємо далі. Як звернути увагу чоловіка на проблеми у стосунках? Якщо він не хоче нічого чути, у нього все прекрасно, все добре, його все влаштовує, лежати на дивані, там, чухати собі підборіддя чи ще щось. Що робити? Як звернути увагу на проблеми? По всей видимости, вот даже в той ироничной форме, как вы сказали, то вот это вот раздражение, которое накопилось за то, что он лежит таки на диване, позволяет себе расслабляться и вообще такой устойчивый в своей жизни, его все устраивает. Вот это раздражение поймать и спросить себя, чего я хочу, что мне мешает быть расслабленной, красивой, что мне хочется. И обратить внимание прежде всего на себя, потому что многие из потребностей, мы говорим о ожиданиях к потребностям, на самом деле мы от себя иногда прячем свои желания и не всегда их знаем. А если женщина начинает прислушиваться к себе и
озвучивать самой себе некоторые желания, а еще более того, имеет смелость удовлетворять свои какие-то потребности, то мужчина, как правило, поднимается с дивана и как-то уже хочет приобщиться к этому миру вместе с женщиной, да, более гармонично, потому что на самом деле женщина, которая интересна себе, она интересна и партнеру. Если у человека нет интереса к себе, то, соответственно, партнеру тоже мало интересно. Идти за энергией, идти за возбуждением, идти за жизнью. Як щодо питання ревнощів у парі? Чи це добре, чи це погано з точки зору психології? Якщо з їх надмірна кількість, яких це може істерики там, чи нерви постійні, ну, чи це нормально з'ясовувати стосунки у такий спосіб? Ну, есть же расхожая поговорка, что ревнует, значит, любит. А еще есть похлеще, бьют, значит, любит. Нормально чи ненормально, мы не рассматриваем это. Вот как вам комфортно, так и нормально. Я хочу сказать о том, что в паре никогда не бывает что-то в одну сторону. Что-то, все в паре всегда поддерживается обоими сторонами. Если меня ревнуют, значит, где-то в глубине души, какой-то своей частью мне это нравится и мне это нужно. Я могу заявлять о том, что мне плохо. Я могу заявлять о том, что мне это не нравится, я хочу от этого избавиться, и что я не даю повода и так далее. Это действительно может быть так. Но какой-то своей частью мне это нужно. Может быть, у меня есть вот это вот убеждение, о котором я сказала, ревнует, значит, любит. И так я понимаю, что меня любят. Тогда я просто без этого не могу. Поэтому если есть такая жалоба, меня ревнуют, то надо разбираться, зачем мне это нужно. Ось так, звертайте на це увагу. І трошечки як резюме, як же ж досягти цих гармонійних, комфортних стосунків? Достичь очень просто и одновременно сложно. Очень важно оказаться в моменте здесь и сейчас. Вот как мы с вами здесь и сейчас, я вам очень благодарна. И мне кажется, вот благодарность к тому, что здесь и сейчас есть я, есть мой партнер, есть отношения, есть какая-то жизнь. Поблагодарить все то, что было, но в то же время взять ответственность на себя за то, что будет. Да, возможно, какие-то внешние обстоятельства привели нас в эту точку. Возможно, это случайности, счастливые или не очень. У каждого своя история. Но уже с этой точки я могу сама двигаться с помощью специалистов, книг. 21 век, он уникален, потому что действительно мы каждый можем сам делать шаг навстречу. Поэтому на первый шаг я вас приглашаю к нам. Так, дуже дякуємо, що прийшли сьогодні, зробили перший крок до нашої студії. Ну, я думаю, що другий крок зроблять вже глядачі. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні були Олена Боса, психолог та гештальт-терапевт, і Ксенія Мартиновська, психолог, гештальт-терапевт та авторка проєкту «Психовізаж». Дуже дякуємо вам.